зайдет, наверное, так-то. Наверное. Какой вкусняцкий. Какой вкусняцкий. Смотри, вот тут какой хороший. Густой уже, он как бы должен так быть это. Да не густой, жидкий вроде. Он капает. Резать-то трудно. Много коробочек получится. У нас еще там есть? Да, полно. Коробочек-то у нас полно, лишь бы медок был. Лишь бы медка побольше коробочек-то найдем. Не, смотри, как все. Тут спиргой немножко пошел. Не закрыли они? Чуть-чуть только закрыли. Ну, майские так. Ну. Майские первые еще. Видишь, какой хороший. Перга там вон. Ага, чуть-чуть есть. Блестит. Я сейчас слюной подавлюсь, пока тут его. Это не шашлыки же, чтоб слюной давиться от него. Нет, это, этого тоже можно точно так же, как шашлыков ходить. Но вряд ли. Это ты не понимаешь, насколько это. Захватывающее зрелище. Ну, с пергой вот некоторые. Так, еще коробочки надо достать. А, вот еще одна есть. Как лучше сделать его? Да делай как. Как получится. Хоть как. Перга-то ничего не портится? Нет. А они же ее мед. Они же в нее мед заделывают. Что, подержать? Подержи рамочку. Так, все, я мою руки. Не, неси еще. Баночку. Баночки. Баночки пойду, руки помоюсь. А зачем будет ты? Так они же легкие. Если ты будешь сейчас нарезать, как бы сниму. А тут уже пчела прилетела. Уже унюхала. Сейчас разведчица доложит, халява там меду дофига, погнали, девчонки. Погнали, девчонки, за медком. И они попрут.
Цезарю опять забава будет. Эти вот эти надо добить надо немножко. Вот этот с пергой. Эти люди как хочет. И отправить, так она будет там. Весь огород сама скопает и спашет. Че, она яму-то не вырыла еще под... Нет, наверное. А Дениса не просит? Денис вообще не едет к ней.